Полномерная работа по озеленению и благоустройству Анапы продолжается. Тщательная подготовка парков и скверов к зиме облегчит весенние работы. А Решку, как любовно называют парк анапчане, в этом году не узнать. Ухоженные аллеи, новые лавочки, фонтан. Парк стал любимым местом отдыха горожан и наших гостей. Осень – время здесь навести порядок и обновить зеленый наряд. Сотрудники муниципального предприятия «Зеленстрой» ухаживают за цветниками, очищают территорию парка от опавших листьев и веток. Кронирование деревьев, удаление сухостоя и старых сухих ветвей – задача сотрудников ремстроя. На этой неделе «Зеленстрой» приступил к благоустройству городских перекрестков. Работа началась весной, тогда новый газон появился на 25 улицах. Городские власти поручили городской службе завершить начатое. В этом месяце еще на 25 перекрестках будет подготовлена почва к укладке нового рулонного газона. Также будет высажено более 100 шаровидных туй и можжевельников.